Я приветствую вас в Одессе. Одесса, гости Алис. Город имеет очень дружеские отношения с Турцией. Türkiye ile bizim şehrimiz çok güzel bir bağlantı, arkadaşça bir bağlantımız var. Стамбул является нашим городом-побратимом. Стамбул bizim kardeş şehrimiz. Поэтому в Одессе он в самом таком одном из в самом центре города, рядом с мэрией, мы совместно с турецкой стороной построили Стамбульский парк, сделали. Тогда мэром Стамбула был Кадир Табаш. У нас хорошие дружеские отношения были, и мы реализовали проект впервые в истории наших взаимоотношений. Сегодня мы наблюдаем большой обмен туристами, в том числе жители Турции любят очень бывать в Одессе. Это в двух словах о том, какая у нас такая история наших добрых взаимоотношений. И, конечно, я хочу поблагодарить вас за ваше время и возможность с вами провести сегодня встречу. Мы уделяем большое внимание привлечению инвестиций в город. И мы в поисках надежных партнеров. И особенно это, конечно, касается теплоснабжения. Центральная часть нашего города теплоснабжение центральной части нашего города идет от теплостанции, которая принадлежит государству. Это государственная станция. Она находится в очень плохом состоянии. Она очень энергопотребляющая. И самое главное, она небезопасная. Я работаю 7 лет мэром города. И вот на протяжении 7 лет я обращался в правительство для того, чтобы передали эту ТЭЦ городу, чтобы мы навели на ней порядок. Но это решение не принимается. Поэтому мы приняли решение искать альтернативные возможности по теплоснабжению центральной части города. Попасть из Стамбула в Одессу очень легко и очень быстро. Как вы тоже уже это заметили, Одесса является для турецких инвесторов, бизнесменов, как бы портом, входной дверью в экономику всей Украины. Практически во все страны, где мы идем и начинаем свою деятельность, за нами следует очень много турецких фирм.